мы решили с Кириллом пройти попроведать после купания день. О, сколько. Говорят, на одну воробьиху 50 воробьев. Это они ее гоняют, заставляют замуж выйти. Вот фотографируют тут. О, белый лежит, отдыхает. Ну, надо узнать, что они тут делают. Баба Надя, она попросила сегодня ребятишек. Пойдем посмотрим, где они. По его усадьбе тут прошли. Избушка. Мы с Кириллом... Мне кажется, в доме. В доме они? Да, кажется, в доме слышу. Ну, сколько же они там сидят, интересно? Фотографируй там их. Снимай, кого хочешь. Мир вам. А почему вы здесь сидите? А перерыв у нас. И слово Божие повторяем мы. Я даже приехал мимо, гляжу, Веня один работает, а никого больше нету. Ну, перерыв у нас же 45 минут. Я сказал, 45 минут работает, 15 отдыхают. Да. Так и идет. 15 закончим. А сейчас что считаете? Еще свету нет электрического? Электрического нет света у вас? Здесь нету. Ну ладно, нету. Ну давай. Еще тут. О! Так, Петр кто? Посмотри, валет там спят как. Ага, камень. А кто из них Софья? Кто Марья? Вот Маша, вот Соня. По платьям-то не узнаешь. Ну ладно, давай дальше. Так, читаем дальше. Слушаем внимательно. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Подожди. Вот ты сейчас прочитала, три грубых ошибки сделала. С окончаниями, не с теми. Надень очки, пару очков. И заново все пересчитай. Смысл-то не вкладываешь. Ты сама не понимаешь, что считаешь. Но вы вкусили, что благ Господь. Начни заново, я зашел. Откуда начал же считать? Итак, отложивший всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Я сегодня вам дам там молока, вы придете у меня. Сейчас ходили мы купаться, ни разу пирс не протерли. Скользко пройти нельзя, поручей нету. Поплавки, оказывается, не стоят. В первую очередь, я виноват, что не проверял. Я вам сегодня устрою ревизию. Ходят купаться. Купание прекратится, пока не сделают все. А сделать на все про все им не больше 2 часа надо. Мы протерли на 3 раза пирс. Он скользкий, сейчас не скользкий. Утиный помет, там все это засохшее под этой. Его ничего ни разу не выбрал. Грязнули или что? Давай. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы все там сделали. Кирилл работал отменно сегодня. Костер готовим. Приедут, скоро загуляю. У нас каждый там пятницу будет костер. По деревне будете ходить приглашать людей. Так, сейчас еще работка. Будете работать? Да. Да, последнее. Сейчас отпуск. Все, заходи, выходите. Все. А что тут ждать-то? Каждый на свое место. Каждый на свое место. До обеда работает, после обеда учатся, отдыхают. Так, наденьте головные уборы все. Пошел. Ну, давай. Выходи, находи лучшие кадры. Головные уборы свои надевайте. Работа.
Где она, баба Надя? Ты опять одних послала? Вон она, там сзади меня. Ну, тех маленьких не трогай, пусть спасает. Это спящие лежат. Что-то на грядке есть. Ты поди опять одних посылаешь, а тебя нет на огороде. Я больше никогда не пошлю сюда их, если так будет дело. Хорошо, полите. Баба Надя обязательно даст клубники. У нас будет клубника. Давай. Вон сколько тут всего. Тут у нее загорожено. Вон баба там что-то делала. Ребятам дай Тимофею и другим работу дай. Он Тимофей минуты не может без работы прожить. Дай ему работу. Тимофей томится без работы, смотри. И Степан тоже. Он не может без работы дня прожить. Вот Виктория полит ягоду Викторию. Вот она усыпет. Детка за бабку, бабка за детку. Детка за репку, но встречаются редко. Видишь, как все заросло тут. Давайте, вот где Ксения у нас тут. Две Ксении выше Ксении, а на улицу не идут. Ксюша! Тимофей уже он побежал куда-то. Что-то посыльный. Вот тут в прошлом году раскорчевали. Место прекрасное. Ты обойди со всех сторон, почакай, я аппарат заберу. Давайте. Найди хорошие фотокадры. С какой стороны именно? На солнце только не поворачивайся. Скорее, Тимоша. Что ты где-то бегал-то, непонятно. А в резиновых-то сапогах почему? Босиком надо. Вот смотри, я стою босиком же. Гляди. Ну. И Фрося у нас босиком. И я босиком. Ну и тоже, и вот Нестор. И я тоже. Летописец наш. Сейчас братья как придут только на обед, получат задание и не пойдут на работу, пока пирс не перейдут в порядок. Прибить перила и поплавки. Дальше поплавков нигде не заплывать. Как спускаться? Ну, гляжу, ничего тут у вас получается. Ладно, пойду я. Ладно, Кирилл, хочешь, побудь с ними, поработай.